Итак, всем здравствуйте, с вами Динар Мулаянов, руководитель и основатель компании Тимуровцы УФАС 2001 года. Мы на рынке уже 19 лет, практически 20. Значит, снимаю это видео для того, чтобы показать вам павильон, который сдается на Огнях Уфы по адресу 50 лет Октября, 19В. Остановочный павильон. Итак, расскажу, покажу, что это за павильон. Остановочный павильон находится, как я уже сказал, на остановке Центр молодежи. Это центр города. Вот трамвайная остановка транспорта общественного. Вот Огни Уфы. Вот перекресток 50 лет Октября и Мингажева, которая переходит в Большую Гражданскую. Вот это парк. Там дальше Аграрный университет. Вот это, значит, тут городок авиационный. Вот, понятно, да? Там дальше, получается, вот таможня, перекресток, бульвар Ибрагимова и Большая Гражданская. Фирма «Мир» там, получается, за парком. Центр города, остановка, Дом Печати. Если ехать по проспекту 50 лет Октября, остановка, Дом Печати. Там дальше центральный рынок. Значит, вот сам павильон, вот он. Он не маленький. Получается, состоит он из четырех получается, помещений. Вот это, если взять вот это помещение, вот оно, да? Вот. Получается, с витражными стеклами, ну, окнами, стеклопакет. Он делится на две части. Вот у него одна дверь, а там, значит, тамбур, и делится он на две части. Вот это первое помещение. Помещение номер один. Вот это, значит, помещение номер два. И, значит, помещение номер три и четыре. Вот вторая часть, она тоже делится на два павильона. Ну, на два киоска. Значит, вот в этом, получается, помещении обычно у нас размещаются кафе. Оно пока пустует. Вот это, получается, офис «Тимуровцы Уфа». Вот это помещение тоже пустует. Там внутри есть кондиционер. Покажу сейчас я еще. И вот это помещение, оно сейчас занято. У него есть... Ну, сейчас там продают журналы, газеты оптом. У этого помещения еще есть торцевая дверь. Но оно пока занято. То есть звоните, интересуйтесь. Возможно, оно свободно. Вот эта задняя часть, это хозяйственная часть. Там, значит, инвентарь для лопат и так далее. Вот четыре остановочный павильон, и в котором четыре помещения. Давайте зайду, я покажу вам одно из этих помещений. Помещение номер один. А, помещение номер два, прошу прощения. Номер один это вот это. Оно закрыто сейчас. Мы заходим в номер два. Здесь имеется кондиционер, как я уже говорил. Здесь есть, получается, автомат. Для данного помещения, значит, розетки, включатель. Здесь 15 квадратных метров. В каждом помещении по 15 квадратных метров. Здесь имеется вот так же вот маленькая такая вот закрытая будка. Вот сюда можно зайти. Здесь вот получается раз, два на 1,20 м, 1,30 м, наверное. Помещение 2 на 1,20 м. Здесь вот в общем 15 квадратных метров. В каждом помещении по 15 квадратных метров. Значит, по электричеству. Здесь электричество можно подключить что 220, что 380 напряжение. Поэтому по мощности, мощность хоть какая. Поэтому мне не важно, какое у вас там оборудование, оно выдержит, в принципе, у меня здесь с электричеством, с проводами все нормально, выдержит любую нагрузку. В этом помещении, вот так вот покажу, здесь тоже 15 квадратных метров, но там есть еще вот перегородка, но она занята. Так, получается, идем дальше. Так, вот еще помещение получается. Здесь вот еще хочу сказать, что есть вот тимуровцы стоят. Тимуровцы. Поэтому имейте в виду, что здесь всегда есть люди. Также еще хочу показать, что вот здесь вот есть офис такси «Везет». Поэтому вот здесь вот есть парковка, да?
Здесь вот останавливаются круглосуточно таксисты, идут туда в офис и регистрируются. Поэтому, если вы хотите кафе открыть, пожалуйста, пока кафе здесь нету, можете спокойно открыть себе кафе. Давайте заходим. Помещение номер 3. Вот, значит, отсюда мы можем зайти. Заходим. Здесь что мы имеем? Барная такая вот стойка. Значит, продажная стойка. Ну, товарная стойка. И столешница, пожалуйста. Здесь есть вот полочки. Вытяжка вот такая вот. Вытяжка на улицу выходит. И туда можно поставить двигатель. Здесь тоже 15 квадратных метров. Ребята, 15 квадратных метров. Есть выход на улицу с этой стороны. Вот дверь. Пожалуйста, можно ее открыть. Имеется биотуалет 1, биотуалет 2. Вот здесь с этой стороны тоже. Давайте покажу. Тимуровцы. Здесь тоже парковка. Машины могут припарковаться. Так, сейчас. Биотуалет. Вот площадка. Здесь можете столики поставить там. Что хотите. Вот. Вот такое помещение. Вот трамваи останавливаются. Люди здесь. Просто сейчас утро. Утро, поэтому здесь народу. И то, вот, время у нас 9 утра. Ну что, каждое помещение здесь вот, оно сдается. Если вы оплачиваете сразу за 6 месяцев, то очень хорошая скидка. Цена в разделе стоимость услуг. Там все видно, потому что я не буду озвучивать стоимость. Авито может забанить мое объявление. Поэтому смотрите стоимость в самом объявлении. Ну все, с вами был Динар Мулаянов, руководитель компании Тимуровцы Уфа. Обязательно звоните и занимайтесь бизнесом. Вы можете это помещение взять что под кафе, под офис, там под что хотите. У меня вот в помещении номер 4, там у меня офис. Поэтому берите под то, что вы хотите, развивайтесь. Всем желаю удачи, пока.